и крот. Уборка. Ура! Светит солнце! Сегодня мы можем пойти на пикник. Нет, не можем. Я вчера слишком много съел мышь. Я съел печеные кексы и салат. Потом съел еще печеных кексов. Оу. Сегодня вообще не буду есть. Вместо этого сделаю зарядку. Хорошая идея, крот. Я сделаю ее в гостиной. Какой беспорядок! Нам нужно прибраться, мышь. Мне нужно место для наклонов и растяжки. Отнеси это все на кухню, крот. Я соберу разные разности с этих полок, а я всякую всячину с дивана. Теперь хватает места для наклонов и растяжки, крот. Но что насчет свежего воздуха? Во время зарядки мне нужно глубоко дышать. Здесь слишком много пыли, мышь. Нам нужно протереть и подмести. Верно, я подмету пол, а я смахну паутину с потолка. Запыхался, крот. Неважно. Теперь ты можешь позаниматься. Позаниматься? Ох, я слишком устал, чтобы заниматься. Что мне нужно, так это чашечка чая. Давай, мышь. Пойдем на кухню и выпьем чашечку чая. Опять беспорядок. Нам нужно прибраться, мышь. Тут просто негде выпить чашку чая. Давай, неси все в спальню, крот. Ну вот, в гостиной чистота, на кухне красота. Мы точно заслужили чашечку чая, мышь. И еще с чем-нибудь вкусненьким. Как насчет блинчиков с сиропом? Принял. Первый блинчик на подходе. Я соберу их в стопку. Ты не против, крот? Делай, как тебе удобно, мышь. Чем больше, тем лучше. После такого, я думаю, лечь пораньше, мышь. Я тоже, крот. И тут беспорядок. Посмотри на мою кровать, мышь. А посмотри на мою. Она завалена всякой всячиной. А моя завалена разными разностями. Боже, о боже. Да кого волнует небольшой дружеский беспорядок? Дружеский? Так ты это называешь? Что ж, так и есть. Спокойной ночи, мышь. Спокойной ночи, крот. Я сделаю эти упражнения завтра.